на люпина тутти фрути высевают с мая по июль для цветения растений в июне следующего года. Для получения цветочков в июле, августе текущего года их сеют в январе в рассадные горшочки. Это растение ценится за прочность и устойчивость к неблагоприятным погодным условиям, неприхотливость в уходе. Высота культуры составляет 100 см. При этом половина длины – это колосовидное соцветие. Окраска цветов яркая, достаточно необычная. Есть желто-розовые варианты, бело-фиолетовые, светло- и насыщенно-розовые. Смотрится люпин тутти-фрути красочно и очень привлекательно в одиночных и смешанных посадках. Люпин гибридный тутти-фрути – это травянистый высотой от 90 до 100 см. Цветет растение в месяц июнь, июль, август. Окраска цветка – смесь окрасок.